православных христиан началась Страстная неделя. Она завершится днем Воскресения Христова. В эту неделю принято соблюдать особо строгий пост. Каждый день имеет свое сакральное значение. Тайная вечеря с учениками, предательство Иуды, арест, неправедный суд, его страдания, распятие на кресте и погребение. По традиции, первые три дня недели хозяйки убираются дома, а чистый четверг расписывают писанки. В Страстную пятницу начинают печь куличи. Этот день самый скорбный не только за всю неделю, но и в году. В пятницу многие верующие вообще воздерживаются от приема пищи. Закончится Великий пост на Пасху 16 апреля.